В рамках реализации нацпроекта здравоохранения в Крымском районе в апреле месяце был открыт центр амбулаторно-онкологической помощи. У наших пациентов появилась возможность получать химиотерапию по месту жительства. В этом месяце центр амбулаторно-онкологической помощи получил новый фиброколоноскоп, гастроскоп и УЗИ-аппарат. Теперь у пациентов Абинского района, Славянского района, Крымского района есть возможность обследоваться и выявить онкологические заболевания на ранних стадиях.